Здравствуйте, леди и джентльмены. Мы наконец-то рады представить вам то, над чем мы все так долго и упорно трудились. Абсолютно новый, неповторимый, уникальный. Здравствуйте. Здравствуйте. Это сегодня они радостно обнимаются при встрече с Передовичи. Игорь и Татьяна приехали в гости к новоиспеченным фермерам Подглазовым. А до нынешней весны они даже не были знакомы. Общие интересы сблизили. Наталья тогда купила у Спиридовича 50 инкубационных яиц. А теперь осень, время считать цыплят. Пока оператор Андрей Крупнов с камерой наперевес увлеченно гоняет птиц по участку, Наталья гордо рассказывает Татьяне о результатах. В общей сложности... Сколько я говорила? 160 килограмм мяса получилось. Серьезно, я посчитала? Нет. Я всех записала, всех вешала. Прикинь, 160 килограмм мяса вырастет. Еще бы, не классно. Дети приучаются к реальному делу. Своя утка к новогоднему столу. Да и вообще, свое хозяйство, свои бесчисленные радости. Чистое диетическое мясо. Потом взяла несушек у Татьяны опять же. Яйцо отличное, яркое, оранжевое, вкусное. Стряпня просто обалденная. Блины прекрасные. Спиридовичи ведут Подглазовых к самой покупке. Чем кормить птицу, как за ней ухаживать, все эти бесконечные и повторяющиеся вопросы от покупателей, звонки за полночь, для наших героев только в радость. Ведь кто лучше тебя подскажет, как правильно выращивать твоих же птиц? Инновационно-технологичный, удобный, продуманный до мелочей. Вы не сможете один раз увидеть и не вернуться к нему в будущем. Встречайте! Презентации в Силиконовой долине проходят по утрам, а у нас сейчас почти ночь. Мы на ферме Спиридовичей знакомим их с новой интернет-платформой. Птичий дворик теперь онлайн. Вуаля! Сайт ваш доступен по адресу 24ptitsa.ru. Так вот выглядит его заглавная страница. То есть здесь у нас слайдер, можете менять. Цифровой мир только на первый взгляд кажется нагромождением графиков и цифр. На самом деле все просто и удобно. Клиент делает заказ, фермер получает уведомление на почту. Обработали, подсобрали товар, приклеили стикер с автографом, их вот-вот напечатают в типографии и доставили заказ до клиента. С этого момента семейный бизнес заиграл новыми красками. Мы с гордостью представляем вам наш прорыв в области разведения птиц. Интернет-магазин Спиридовичей «Птичий дворик». Ну как? Классно. Просто классно, здорово. Вообще возможности открываются. То есть раньше мы подавали там объявления куда-то, что-то, где-то, а здесь сейчас в одном месте сфокусируются все заказы. То есть сразу можно говорить о доставке, о том, что люди будут сами приезжать, что удобно. За теми же цыплятами, яйцом, мясом. Здорово. Попробуем, поработаем с продуктами, да? Разберемся, все по полочкам себе расставим, разложим, все как надо, по доставочке разберемся. И потом уже, когда вот придет весенний наш сезон, да, вот основной по продаже живой птицы, то есть, ну, там уже у нас будет все отлажено, и все, ну, все будет здорово, просто будем уже заработать без каких-либо задержек. Мы могли бы выбрать и любой другой шаблон для презентации проекта, просто нам показалось, что яблочники – это нам как-то по уровню. Да и вообще всем этим мы вместе со Спиридовичами хотели сказать, что немного красок в разведении скота, птиц, выращивании яблок или любых других растений, и ваше дело заиграет по-новому. Ведь в современных условиях важно не только качество товара, но и его внешний вид, упаковка, ваша удаленность от рынка сбыта и много чего еще. Но если попробовать учесть все нюансы, о вашем успешном деле могут узнать по всему миру, как уже узнали о деле фермеров Спиридовичей. Виктор Самусенко, Андрей Крупнов. Новости.